Доброго времени. Для заинтересованных лиц меня попросили прокомментировать несколько ситуаций в городе Николаевск-на-Амуре и Николаевском районе. Я подготовил несколько тезисов, которые помогут мне ясно, понятно, а самое главное, кратко изложить то, что мне хотелось бы сказать. Постараюсь быть, еще раз скажу, предельно краток. Город у нас небольшой, и население по сравнению с началом перестройки в городе и районе осталось катастрофически мало. И потому любая сфера, любое звено инфраструктуры имеют жизненно важное значение для города и района в целом. То есть если у нас выпадает хотя бы одно небольшое звено, это пускай и незаметно кому-то будет со стороны, оно сразу ударит по всем. И ударит довольно жестко. Пробегусь по верхушкам, по насущному, так сказать. Например, кто знает, что город и район в самое ближайшее время может остаться без общественного транспорта? Не слышали? А между тем, это так. После банкротства Николаевского АТП, напомню, перевозками на конкурсной основе занялась компания, группа компаний «5 звезд». Замечу, занялась компания маршрутными перевозками пассажирскими капитально. Были заложены сразу новые маршруты, проведена оптимизация движения транспорта. Вот. Но мало кто знает, что за последние три года компания работает практически себе в убыток. Почему и как, об этом отдельный разговор. Я надеюсь, что руководитель Николаевского филиала, то есть АТП Николаевского 5 звезд, нам прокомментирует. Ну, даже если этого не произойдет, я думаю, информация будет воспринята. Компания работает себе в убыток, тем не менее, компания не теряет оптимизма и надеется, что так или иначе будет лучше, но лучше не становится. И вот в этом году, в текущем 2019, администрация Николаевского муниципального района не произвела субсидирование. То есть субсидия не была получена. Отопление в цехах АТП не запущено. И когда, значит, будет более ощутимый минус на улице, это произойдет скоро, уже в конце октября, в ноябре, температурный режим попросту не позволит транспорту покидать боксы. То есть транспорт уже только на основании этого станет полом. Кто в этом виноват? Почему не было проведено субсидирование? Откуда должны были прийти деньги на субсидирование? Вопросы поднимались на краевом уровне, но пока все безрезультатно. Также очень популярна тема такая в народе обсуждения. Помните, вот зимой у нас снежные завалы постоянно. Почему транспорт дважды у нас, по-моему, в городе за зиму вставал? Я лично являюсь как бы свидетелем этого. Пришлось ходить пешком из Красного в город, выдвигаться на работу. Также, я знаю, люди ходили из поселка Чнырах. Ну вот не знаю, со Зерпаха ходили пешком или нет. Люди задают вопросы администрации, администрация все списывает на компанию, и виноваты так или иначе те, кто осуществляет перевозки. Но опять-таки, объективно, если разобраться, это не так. Компания делает все от нее возможное. И если продолжать задавать наводящие вопросы, то есть согласно диалектике, и выявлять причины, например, да, почему, значит, зимой, как бы дороги прочищены, но транспорт все равно не ездил. Да потому что был нарушен режим, не соблюден режим расчистки дороги. Ну, скажем, расчищена дорога. Но расчищена как? Расчищена некачественно. Почему расчищена некачественно? Потому что
определенные, в определенных местах расчистки мешают так называемые леерные ограждения дорожные. Для какой цели эти ограждения были поставлены, кому это было нужно? Ну вот это отдельный вопрос. А почему, допустим, дорога не своевременно и некачественно очищается? Потому что весь транспорт находится так или иначе в частных руках. Почему этот транспорт не привлекается для расчистки? Потому что нет бюджета. Почему нет бюджета? Ну и так далее, так далее. И в конечном итоге мы так или иначе выйдем на глобальный уровень управления. Но об этом мы сейчас не будем, а продолжим нашу беседу по городу. Я обещал быть кратким, и я стараюсь этому соответствовать. В настоящее время, вот между тем, город задыхается в мусоре. Вот. Городская свалка находится в частных руках. Мусор выводится с существенными нарушениями, несвоевременно, в нарушении норм, регламентированных определенным нормативным актом. Вот. Как мне сообщили со слов ответственных работников, земля под городскую свалку самозахвачена, что делает существование самой свалки незаконной. Вот. А всех нас, жителей, которые выкидывают мусор в контейнеры, которые в дальнейшем вывозятся на эту незаконную свалку, всех нас, жителей, делают участниками преступления. Ни много и ни мало. Со счетами на ЖКХ-услуги, на услуги по ОДЭК вообще творится что-то несуразное. Квитанции за предъявленные услуги более походят на ребус «Угадай, что это такое, я скажу тебе сам». В результате, куда идут деньги с кровью, выжатые с обнищавшего населения, вообще непонятно. Если хотя бы электроэнергии, там, ту же воду мы видим, то коммунальные вот эти вот обслуживания домов, оно вообще не ведется. Город-городок попросту рассыпается, вся галерка развалена и заменена картонными домами. То есть добротные дома сброса снесены, и на их месте стоят дома, совершенно не соответствующие санитарным нормам и правилам по жилью. Кстати, об этом скажем отдельно в конце беседы. Вот. Свалка наступает со всех сторон города. Все это мной зафиксировано в блоге «Роман Зайцев. Живу на ДВ». Подкаст, по-моему, называется «Николаевск на Амуре. Тор». Как мы знаем, ТОР, да, территория опережающего развития, то есть только вот что мы опережаем, кого опережаем, непонятно. Опережаем сами себя в уничтожении своих же ресурсов и своей территории. Свалка окружила весь город и постепенно склопывает его до одного лишь центра. Теперь, что касается дорог. Дороги — это вообще отдельный вопрос, отдельный большой разговор. Асфальтное покрытие более походит на стиральную доску, чем на дорожное полотно. Можно бесконечно долго перекладывать федеральные и краевые бюджетные деньги в частные карманы, но если принципиально не изменить подход к дорогоустроительству, все это перекладывание является просто механизмом для отмывания денег, народных денег. Теперь несколько слов о картонных домах. Так прозвали их в народе. Это дома по улице Кирова, дома в поселке Аэропорт и так далее. Несколько слов об этих картонных домах, которые появились в Николаевске-на-Амуре и районе как результат реализации жилищной программы для подтопленцев. В рамках реализации программы «Доступное социальное жилье». Не в упрек строителям и организаторам строительства, да будет сказано, результат этот, мягко сказать, не впечатляет. Мало того, что основным материалом для строительства вот этих картонных домов были избраны СИП-панели, наполнителем которых, как известно, является полистирол, который при нагреве выделяет опасный ядовитый газ фосген, в силу чего от пенополистирола уже отказываются во всем мире. Так еще и в силу определенных проектных недоработок, еще на этапе строительства были допущены нарушения, что повлекло за собой нарушение вентиляционного и, как следствие, температурного режима, необходимого для жизнеобеспечения проживающих в этих домах. Как инженер-физик, как эксперт в области замеров физфакторов,
я неоднократно был свидетелем несоблюдения вот этого вентиляционного и температурного режимов. В ходе эксплуатации домов меня неоднократно привлекали жильцы для проведения этих замеров, для замеров микроклимата. С применением поверенного оборудования от лица фирмы ОНО ЛЭАК мною инструментально были зафиксированы отсутствие вентиляции и, как следствие, несоответствие температурного режима, а самое главное, несоответствие влажности. К чему приводит несоответствие влажности, вы сами знаете, это и плесень, и грибок, и вообще создание дискомфортных условий для проживания. Более того, скажу, на момент проведения замеров практически все розетки в домах, где проводились обследования, не имели заземления. А в домах же, которые сдавались позже, это уже цельномонолитные дома, там вентиляция осуществлялась посредством стенового клапана КАВ. Что это такое, этот клапан КАВ? Это просто высверливается отверстие в стене, туда вставляется определенное устройство с регулируемым диффузором. То есть, регулируя шторку, мы можем осуществлять поток воздуха. Это в условиях нашего северного района применение вот этого клапана КАВ поистине впечатляет. Подобную вентиляцию, в кавычках, может обеспечить обычная оконная форточка. И это называется не вентиляцией, это называется естественное проветривание помещения. При этом напомню, что вентиляция должна обеспечивать приток и вытяжку определенного количества воздуха в пересчете кубических метров на одного человека. Все это четко и ясно регламентировано санитарными нормами и правилами. Здесь я тоже воздержусь от оценок, а предлагаю только факты, зафиксированные протокольно и мною лично, находясь на должности инженера-физика в организации лаборатории эколого-аналитического контроля города Николаевск-на-Амуре и Николаевского района. При этом лица, осуществляющие организацию строительства и надзор, всегда ссылаются на 44-й федеральный закон о госзакупках, который, с их слов, вяжет их по рукам и ногам в рамках финансирования, а потому они вынуждены работать в режиме жесточайшей экономии средств. Говорить и рассуждать об энтропийных процессах можно долго. Хаос разрушения очень хорошо организован, и на самом высоком уровне происходит эта организация. Винить конкретно управленцев на местах у меня при объективном восприятии просто не поворачивается язык. Они хорошо эмулируют работу, сказать нечего. Бесконечные бумаги, бесконечные совещания, ручное управление и полная же непрозрачность управления. Все вопреки тому, на чем постоянно настаивает действующий президент Владимир Путин. Менять руководство города и района сейчас, в данное время, на мой взгляд, просто бессмысленно. Почему? Да потому что здесь и сейчас, в данный момент, вот, среди управленцев низшего звена, менять их одних на других не имеет смысла. Потому что в этой энтропийности завязаны все. Необходимо изменять восприятие. Да и замены действующему руководству, как таковой, сейчас на данный момент просто не вижу. Что можно сделать здесь и сейчас? Населению самому необходимо просыпаться и принимать участие в управлении здесь и сейчас, начиная с местного уровня. Иначе агония хаоса и разрушения дожрет город в течение ближайших 3-4 лет. Это не нытье, это краткая объективная оценка текущей реальности в конкретно взятом районе. Что и говорить, все беды, проистекающие от управления, похожи как две капли воды на те беды, которые проистекают в других отдаленных районах. И никакие дальневосточные программы, никакие дальневосточные гектары по привлечению сюда населения из городов не способны изменить тех процессов, которые уже запущены. Если мы не займемся политикой,
Политика займется нами. Если мы не займемся управлением, управленцы займутся нами. Если мы не станем хозяевами на нашей собственной земле, хозяином станет кто-нибудь другой. Вести с полей. Роман Зайцев. Живу на ДВ.